наш актер в океанариуме во Вроцлаве. Актер. Помаши ручкой. С разъемом USB. Да. Скапи. Кия. Олежа, смотри, кормежка ихняя. А вон кораллы на этом. А сейчас там будет, Олеж. Там дальше будет. Олег, смотри, белая рыба внизу. Внизу белая рыба, видишь, вон, блядь. А вот скаты. И кораллы. Бачка рыба будет на земле. Он прям сюда вот плывает. Прям сюда идет. Скат. Острый. Это может быть что? Нет, какая большая. Я походу на парни, рыбка на тех рыбках. Так, я бачу. Все проблемы. Скатывай стул. Не плывут. Вот, смотри. Это все аквариум. Это все аквариум. Мы начинали ходить. Вот скат. Смотри. Самая, наверное, маленькая. Смотрите, как ну, этот плавает скаты. Кругом. Поплыли. А это смотри, глянь, какая рыба, глянь. Как меч на голове. Ага. А вот, смотри, Лень, как попугайчик. Спасибо.
це? Зуби які великі. А здесь Олег говорит, парский водопад. А здесь бегемоты, которых мы смотрели. А там же зачелюя бомба. Водопад и бегемоты. Два бегемота, которые дрались. Олег ловит у нас водичку. Здесь душно, а возле этого водопада прохладно. Так хорошо. А там бегемоты, а еще что-то. Какие-то рыбки плавают. Ну да, смотри, возле бегемотов. Олег Алексеевич. Вот акула плывет. Акула. Большая черепаха. Олег, смотри. Вон там далеко. Вон в середке. Там вдалеке там черепаха была большая. А вот там он там что-то спит. Вот смотри, прям стайка. Обслад. Скат. Он прям лицо повернулся. Акула. Скат. Над головой плывет. Над головой. И акула из карты над головой проплывает. Thank you.
скат, маленький скат. Смотришь вот так вот близко, глаза как. Ага. А вот большая акула, смотрите. Смотрите, какая большая. А вот она идет, идет как раз к нам, глянь. Ну-ка. Ну-ка, и пошла. И пошла. Вообще красота. Ой, скат. Олежа, трогай скат. Смотрите, спит акула. Вон, смотри, одна и вторая, треть, а скаты маленькие. Смотрите, на дне. Здесь много акул. Как красиво. Очень красиво. Спят. Спят, отдыхают. Ой, смотри, у меня. Черепаха, большая черепаха. Сейчас, смотрите, пингвинчик, пингвин. Ой, сейчас. Мальки, рыбки. Медузы. Какой-то.
А ну какие денежки там? Только злотые? 52. Нет, гривны есть. Еще есть какие-то. Гривни есть. А вот это вот, смотри. А, белорусские рубли еще есть. Видите как. Капибара. О, поспал, теперь решил покушать. Бегемотик. Небольшой, маленький, но бегемок. Бегемок. Это Вроцлавский зоопарк. И здесь вот в этой клетке находятся слоны. И смотрите, здесь есть слон, который родился в 1960 году в Таиланде. Вот и смотрите, его привезли сюда, в этот зоопарк, в 2007 году. Этого слона. Вот. И сейчас мы ждем, когда откроют клетку. Сейчас насыпают кушать работники. Уже сено повесили, зеленую массу разложили. Ну, а теперь уже зерно разлаживает. Ну, наверное, сейчас выпустят. И будем ждать наших слонов долгожданных. Вот эта слониха, которая родилась в 1960 году. Такая большая, громадная слониха. Ой, какая красота. Ага, уже открыли. Там открыли двери. Все, пошла. Вот их двойка. Вот так. Им дали зеленую массу. И они сейчас кушают зеленую массу. Кто зерно кушает, а кто и зеленую массу кушает. Класс. Красота. Бедные деревья, они их съедают все. Ага. Вообще. Жирафы. А это вот зебры. И зебры вместе с жирафами. Почти. Какой домик красивый. У жираф и зебр. А вот и наш актер. Актер. Вот так. Устал уже. Конечно, очень хороший зоопарк здесь. Это вау. Очень хороший. Его за день, наверное, не обойдешь, хоть он меньше варшавского, но лучше, красивее. Вот это Вроцлавский зоопарк. Людей здесь очень много. Ну, выходной день, конечно. Но настолько красивый, настолько хороший. Очень вообще. А там, где акулы, эти скаты, это вообще вау, красота.